Яровая пшеница сорт Риза. Предшественник люцерна. Люцерна была вспахана, поле было выровнено. Люцерна сейчас уже, здесь есть падалица люцерны. Люцерна расправила, можно сказать, крылья. И, конечно, тяжеловато. В основном за счет корневой системы, может быть, местами живет еще. И в целом, если сейчас сработать трибинуроном, такая вот корневая система, трибинуроном, то в целом люцерна будет легко уничтожена. То есть вот корень люцерны, он еще пока, ну, особо не закрепился, но в то же время дает такие вот отростки. Ну и пытается закрепиться уже за почву, потому что все же, скорее всего, он где-то был перевернут, где-то, может, был в земле, но контакт с почвой был не очень хороший до посева. Может быть, сейчас, благодаря тому, что почва не ворошится, как-то все у люцерны начинает складываться. Но в то же время я вижу, что люцерна страдает от этого. Из-за того, что контакт не очень хороший. Так. Ну и плюс корневая система местами, она ведь перевернутая. Именно. Получается. Экземпляр. То есть вот она, корневая система, и вот люцерна. То есть люцерна сейчас у пшеницы, она, можно сказать, не забирает, можно сказать, что ничего не забирает, ни влагу, ни питание. Но придет какое-то время, когда все же люцерна это укоренится. Ну вот, когда оно придет, уже будет, конечно, не очень хорошо. А так пока вот они, корни, они все сейчас, как бы сказать, не закреплены в почве, но уже пытаются местами корешки пускать. А вот стебелечек, вот он есть здесь. Ну, за счет питания, за счет того, что люцерна накопила за все эти годы, за счет развитой достаточно корневой системы. То есть вот такое сейчас вот поле. Видно, что как бы яровая пшеница, она не страдает от такого вот симбиоза. И здесь будет гербицидная обработка, которая люцерну, именно вот эту люцерну, уберет. В целом сейчас фаза где-то кущения. Яровая пшеница достаточно хорошо выглядит. Кустится хорошо достаточно. То есть в среднем пока то, что я вырываю, это 3 стебля. И она здесь относительно мощная за счет хорошего питания, за счет хорошего предшественника. Ну, такой вот обзор. Ну и плюс фоном кажется, что здесь погуще, позеленее, но здесь все же тоже как бы вклад свой в этот вид хороший вкладывает люцерна. Потому что она также создает впечатление мощного такого стеблестоя, если брать общую картину.
Особенно, когда едешь мимо и не видишь, я имею в виду, что именно внутри поля. Так что здесь будет трибинурон. И все это подчистится. Сегодня 25 мая.